И местные жители очень обеспокоены этим, и за экологию в том числе всего Финского залива, да, вот всего побережья близлежащего, именно за чистоту воды. Нет, никогда не занималась, и по сути это был не проект, это просто вот крик души. Очень поддержали и коллеги, и многие друзья звонили. Как бы согласно с моим мнением, в общем-то, что стоит сохранить этот уникальный природный уголок. И очень хорошо, что я обратила внимание, и так красиво обратила внимание, что это видео не осталось незамеченным. Мы очень надеемся, что все-таки перевесит в сторону природы, красоты и гармонии.